Похоже, даже самые высокие технологии не позволяют радикально покончить с давней проблемой распространения вредоносных сорняков, в Твери уже который год продолжают бороться с борщевиком Сосновского. Большой объем работ для уничтожения этого растения проводит администрация города. Гораздо реже, но тоже на своих частных территориях борщевик убирают собственники земельных участков. Работа идет во всех районах Твери. Подробности рассказываем далее. Убрать борщевик, чтобы он больше никогда не вырос, целая наука. Специалисты говорят, системно и правильно уничтожать это растение на одном и том же месте нужно на протяжении 3 лет. И тогда, может быть, здесь больше не появятся новые побеги. Всем известно, что борщевик – это крайне вредное растение и быстро распространяющееся. Поэтому все силы городского хозяйства направлены на его уничтожение. На территории города работает, кроме муниципальных предприятий, МУП ЖЭК и МБУ «Зеленстрой», также подрядные организации, с которыми заключены контракты с районными администрациями. Работа выполняется планомерно, ежедневно. Кроме того, конечно, «Зеленстрой» выполняет такую функцию. Он еще и обрабатывает зараженные участки химикатами исключительно в ночное время во избежание вреда населению. Растение борщевик цветет один раз в жизни, но цветение может наступить через несколько лет после всходов. Дает за один раз очень много семян, которые сохраняют схожесть около 10 лет. В связи с этим с борщевиком необходимо бороться всеми доступными методами. Его уничтожают и днем, и ночью, но он все равно не сдается. В работе территории во всех районах города – Затьмачье, Литвинки, центр, Московское шоссе и ряд других. Борщевик легкому уничтожению не поддается, территории приходится обрабатывать по нескольку раз. И количество территорий только увеличивается. Еще 3 года назад активная борьба с борщевиком затрагивала меньше 10 территорий. Сейчас их уже 63. Работа по уничтожению сорняка идет на 55 гектарах. Сотрудники администрации также берут на контроль новые участки, где появляется опасное растение. Борщевик косят, выкорчевывают, а потом обрабатывают специальными средствами место, где он может снова дать побеги. Сейчас мы на данном участке производим механическое уничтожение. Это срубаем соцветия, так что не даст распространяться. Впоследствии будет обработано химическими средствами борьбы, чтобы уничтожить полностью борщевик. Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться, это частные территории. Как правило, собственники не следят за тем, какую опасность для всего города может представлять их земля. Если на ней появится борщевик, зацвел, стал распространять семена, а его никто не пытается убрать. Хотелось бы обратить внимание и жителей частного сектора на данную проблему, а также владельцев земельных участков, которые расположены на территории города. Есть большие земельные участки. И необходимо окашивать их и уничтожать борщевик на данных территориях. Пополнить список территорий, которые нужно ставить на контроль, могут помочь и местные жители. В районных администрациях принимают информацию о том, где появляются участки с борщевиком.